16 и 17 сентября зал Президиума Российской Академии Наук открыл свои двери маленьким исследователям, пригласив их на 12-й фестиваль науки «Вау-Хау». С детства интересуюсь наукой, и вот я услышал, что здесь проходит такой вот фестиваль, и я пришел на него посмотреть, может быть, узнать для себя что-то новое. Начинающих ученых и, конечно, их родителей ожидала насыщенная программа. Специально для них были подготовлены познавательные мастер-классы, шоу и интерактивные лекции. Любой желающий мог поучаствовать в битве роботов, стать работником суперлаборатории, сочинить и исполнить уникальную музыкальную композицию на полимерных трубах или даже овощах и фруктах. Но самое интересное ожидало гостей на сцене. Сегодня мы постарались создать на сцене атмосферу настоящей научной лаборатории, в которой произошло что-то необычное. Для шоу с громким названием «Гиперэксперименты» были разработаны невероятные научные экспонаты и реквизит. Огромный 16-ствольный шаромет, гигантская воздушная базука, 20-метровый маятник, пушка, стреляющая молниями Теслы и многое другое. Наслаждаясь завораживающим зрелищем, маленькие зрители без труда вникали в суть сложнейших физических и химических законов. А атмосферу веселого праздника поддерживал всеми любимый актер Павел Кабанов, на этот раз исполнивший роль конферансье. Фантазия у ребят, создающих эксперименты, не иссякает, и каждый раз и участвовать, и показывать, и смотреть на это интересно. Мечтай, фантазируй, смотри.